Всем привет, дорогие наши радиослушатели, телезрители, участники и активисты. Сейчас вы увидите ролик с инспектором Ващенниковым. Была у нас однажды с ним ситуация. Вы можете посмотреть эту ситуацию в ролике под названием «Я знак, я запрещаю вам стоять». Ну, как-то так вот видео это было. Очень хорошее, популярное видео. Там он некрасиво себя повел. Ну и, в общем, вот мы здесь встретились с инспектором. И как-то он, ну, неправильно, наверное, себя вел. Ему очень не понравилось, что этот ролик опубликовали. Спустя такое количество времени он знал о том, что все-таки ролик этот в сети. В общем, смотрите. К нам приехали ДПС. Добрый вечер. Все в порядке. Да. О, корешок! Ну и поздоровайся. О, здравствуй. Как всегда, на боевом посту. Ой, здравствуйте. Че, кого снимаем? Пока никого нету, ё-моё. Че так рано приехал? Вот, блин, спалили вы нас. А, ладно, где твоя Шкода? Че, поменял? Продал? Не-не-не. Че так вот? Да не, просто как бы на автомобильчике. Так, Иванович, у меня тебе обида, блядь, кровная. Нахуй. Какая? Что случилось? Ты нахера меня в YouTube выставил, блядь? Ладно, ты меня снял, руководство... Не, подожди, дай, я тебе не скажу. Я не видел. Да? Ну, я только узнал, блядь. Ладно, там это руководство принес, там показал, там, да, там, претензии, там, я не против, да. Ну, нахера в YouTube? А я, блядь, так, нахуя... Так, это наша деятельность, мы публикуем обязательно. Не, ну зачем, ё-моё? Это наша деятельность. Ну, не, я честно, я честно не вру, я тебе, я вот обиделся. Мне дети говорят, в школе детям говорят, уж меня все знают. Потому что я уважаемый человек. Вот, в своем районе, блядь. Я сам домом был тут. Ведь у нас там дом, 100 домов, блядь. Все друг друга знают с детства. Я уже, блядь, мне 45 лет, я так изнажил. Много жен у меня, много детей, блядь. Поэтому, блядь, мне, я очень... Ну, скажите, вы правильно себя повели? Как вы считаете? Руководство же признало, не неверно ваше дело. Я не против. Ну, я а не наша деятельность заключается как раз в том, чтобы... Да я тебе не про то, я тебе про другое говорю. Что я обиделся, мне очень это понравилось. Иначе... Ну, понятно, мне тоже не понравилось. Ты руководству доложи, меня. Пожалуйста, все, меня наказали, все. Я понес. Ну, да. А это, блин... Это вот получается, чтобы вы смотрите. Вас, да я понимаю, да? Это твои слова. Вас всё. Опубликовали, верно? Просто я сейчас вот чуть-чуть попозже займусь, я подам в суд на тебя. О, отлично. Вот. Все, ты там будешь отказываться. Отлично. Процесса. Ну зачем? Ну некрасиво. Нет, ну если вы хотите, что? Я прямо с удовольствием. Нет, ну это некрасиво. Нет, я тебе выставил свое мнение. Я не суд тебе подавать. Ты зачем тебе нужен суд тебе подавать? Не-не-не. Потому ну, что... Не, давайте. Да не давайте. Не, ну на самом деле давайте. Че же вы так? Тебе скучно. Мне не скучно, было бы еще весело. Понимаешь, нет. Я могу сказать, что вы правда проиграете. Я знаю. И потратите вы деньги на два. Ну ничего страшного. Это будет классно. У меня есть деньги. Ну что, заработать. А на будущее, раз так вам там не понравилось, да, вот расскажу. Значит, в следующий раз на вашем примере сотрудник полиции не поведет себя так. Правильно? Не поведет, он все так. И я поведу так же себя. Так же поведет? Да, значит, приезжай. Да, хорошо. Я больше скажу. Это речь просто... шла об вашем увольнении. Ничего страшного. Вы понимали. Уволят. Найду без них. А нам не нужно было этого. Ну, раз вы ничего не поняли из этого, значит, будем давайте, по-другому. Приезжайте, да, снимайте, приезжайте. Я больше скажу. Вот чем вы здесь занимаетесь, да. Чем вы занимаетесь, да. Очень много фактов. Ничего страшного. Все подруги приготовят. Ничего страшного. Чтобы вы понимали. Ничего страшного. А мне угрозами там судом. Нет, я не угрожаю. Я не угрожаю. Я просто говорю, что некрасиво. Понимаешь? Некрасиво себя повели, а мы сделали все красиво. Вы некрасиво. А что мы некрасиво? Ну зачем? Ну ты принес руководство, показал. Меня наказали. Правильно. Все. Зачем вот это? Подождите. Мы. Да ладно, мы. Я про вас говорю, не про мы, а про вас лично, про тебя. Ты же выкладывал, ты там не твоя организация. Это мое движение. Это мое. Это все демагогия, я понимаю, это не тебе демагогия, тебе бесполезно свою правоту доказывать. Ты правоту? Считаешь, что ты прав, вот там ты идеальный человек, ты все прав 100%. Да вы считаете, что вы идеальных что людей вы нет. И безгрешных людей нет. Вы правильно поступили? Я, может быть, и не прав был, да. Может так быть. Признали свою ошибку? Я, может быть, не прав. Да. А, тогда вы не признаете свою ошибку. Руководство признали, а вы не признали. Значит, ровно счет ничего не изменилось, правильно? Да ты послушай, ты можешь другую тему говорить. Да на какую другую тему? Все ко мне сводится. Я не хочу про это разговаривать, про то. Просто что забыли, прошло. То, так что было давно, прошло. Так это давно было, зачем про эту тему разговаривать? Да я тебе просто мнение свое выскажу, что я вот очень мне не понравился, знаешь, твое вот это выкладывание.
Мало что, мне тоже не пора слить ко мне подошло. И что теперь? Ну видишь, я о чем разговариваю. О чем? Давай, занимайся с ним. Так что я жду низ, чтобы был. Да ничего не будет, не переживай. Ну а что же только вот так зарядить? Просто человеческая жизнь стоит $1000, понимаете? $1000? Вы и так оценили, да? Алло, вас? Ну может твоя жизнь? Может твоя миллион стоит? Человеческая жизнь в среднем стоит $1000. Я в интернете читал. Ну в интернете не всегда все правда. Ну тут я тоже согласен. Так что не надо так. Да. Да, вот. Скажите, говоря, если это врет два раза на день, блин. Дождь. Человеческая жизнь бесценна. А если посчитать все время государства, сколько тратится. Это я с тобой согласен. Она гораздо дороже. Я согласен. Это мы с тобой, да, это уже тема долго разбирать. Человеческая жизнь вообще бесценна. Ее не вправе никто не забирать, не отдавать, ее дал Бог. Все, и она, понимаешь, она как западет, она бесценная. Ну просто дело в том, что на черном рынке, например, она там стоит $1000, не больше. Даже ну, кто-то дороже, там, кто-то дешевле, блин, понимаешь, нет. Ну, вас зацепило то, что вас посмотрели много человек. Нет, мне вообще без разницы. Я работаю 20 лет, мне 1 декабря было. Я не сказал. Мне 1 декабря было 20 лет. Евгений Петрович отпустил Владимир. Вот, 20 лет, наверное, 1 декабря. Меня снимали до этого, то что просто как все это обходился, да, меня наказывали. Я не безгрешен, и ты не безгрешен, он не безгрешен. Все, понимаешь, нет. Вот. А то, что там детишкам моим там в школе там глаза колют, вот это мне не понравилось, понимаешь, нет. Ну, здесь не виноват. Конечно. Я выложил сознательно, чтобы таких ситуаций больше не было. Ты полностью не прав. Я же мне высказал, что ты не. Ты мне высказал. Ты мне высказал свое мнение. Нет, ты имеешь право там, да, там как там режиссер, как там начальник своей там, организации, там, да. Ну а человеческая мораль, понимаешь, я как человек. Какой-то мораль, вот ты бы сейчас подумал, а вот если вот сотрудники, там дети, а вдруг ему потом что-то боком выйдет, и такие будут смеяться образом. Послушай, нет, послушай. Нет, ты подумай, ты, понимаешь, ты мог вот ты просто ты перешагнул подумал. Через человеческую жизнь, через судьбу, чик сломал ее, и все. И ты считаешь себя правым. Понимаешь, нет, и не надо в следующий раз. Вот ты подумай, ты правильно поступил. И я правильно поступил. Все. Давай, я рад. Мы с тобой бы правы. Вот мы, знаешь, как вот гражданская война, белые и красные. Да, вот так да, и мы да, с тобой. Да, так что кажется, правота, мы на войне. Вот золотые слова. Не стойте, мы не будем стоять. Хорошо, видите. Твое мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал.